Сидячи на карантині, ми так чи інакше більше готуємо смачних страв, випробовуємо нові рецепти, як же вберегти себе від переїдання. Саме з цим питанням ми звернулись до нутриціологині Наталії Антонової. Рада бачити вас сьогодні, Наталочко, і я знаю, що ви знаєте відповідь на усі ці питання, як себе вберегти, і не лише, як ставитись до свого харчування, до свого тіла, і взагалі до того, що хотілося б нам все ж до літа мати гарну форму. Ну і з приводу того карантину, який зараз є, всіх очікує струнка фігура, сподіваємось, вже влітку. Тому хочеться запитати вас, Наталочка, чи ви помітили ось те переїдання, яке зараз є? Готують, так, люди вдома? Жінки випробовують на своїй родині нові рецепти, так, свої кулінарні здібності усім показують. Є таке. Да, такое есть, и люди, сидячи дома, вот, не знают, скорее всего, чем себя еще занять, когда не приготовят 10 рецептов там, из гречки и так далее. Вот, но тут хочется здравый просто разум включить немножечко, да, потому что сидеть дома придется много, долго, и неизвестно до какого числа. Ну, не лише гречку треба разглядать, так? Да, то есть хочется просто сказать людям о том, чтобы на самом деле самое важное в питании что? То, что мы питаем каждую клетку нашего организма. То есть мы то, что мы едим, это сказал еще Гиппократ, и ничего, в принципе, не изменилось. Соответственно, давайте поразмыслим немножко. Вирус – это как бы структура, которая не имеет как бы клетки, да, там белковая структура РНК, очень маленькая частичка, которая, в принципе, ну, как попадает к нам воздушно-капельным путем. Ну, это любой вирус, это не только тот, который сейчас. Вот, соответственно, давайте подумаем. У нас есть иммунная система, это ответная система нашего организма, которая распознает, надо это нам или не надо, да, свой это организм или не свой, что вообще делать. И первый барьер, с которым сталкивается вирус, первый барьер, я сейчас скажу вообще, так это, никто об этом даже не задумывался, это ротовая полость, да, носоглотка и ротовая полость. Угу. Вот, ходят все в масках, не будем это акцентировать на этом внимание, потому что вирус на самом деле проникает через все маски, вот, но это уже такое. Вот попал он к вам в рот, что делают люди, как бы, да, что они кушают, как они кушают, обработали ли они пищу, да, с которой попал этот вирус или так далее. У нас, у собак есть лизоцим, да, вот в слюне, угу. У нас как бы, ну, есть тоже вещества в слюне, которые просто-напросто обрабатывают абсолютно всю пищу и жидкость, обрабатывают от всех инфекций, абсолютно всех. Есть свой захист. Ну, это тот же иммунитет, просто так, в каждой людине, в людине він свій. Так? Да, да. Ми насправді не повинні боятися так панічно того, що може бути. Тому що насправді, ну, якщо вже є той вірус, то треба лікувати, треба щось робити. Якщо його немає, то для чого робити ту паніку, так? І боятися, що ось десь він тут, десь, я не знаю, помру завтра. Ну, насправді, люди розділилися зараз на тих, хто боїться, на тих, хто не боїться, і на тих, хто чекає, що ж там буде далі. Хочеться, щоб все було нормально і добре для кожної людини, щоб ми сприймали ситуацію не з погляду на те, що щось там якось я боюсь, а з погляду того, що є на сьогоднішній день, що є зараз і що я можу з цим зробити. Так, саме головне зараз подивитися те, що я, лично я можу зробити для себе, для своєї сім'ї, для людей, які возле мене, что лично каждый может сделать, да? Ну, конечно, можно без конца смотреть новости, сериалы, еще что-то, да, отвлекаться как угодно от этой пандемии, но это уже случилось, это факт, это как бы уже известно всем во всем мире. Соответственно, то есть стоит задуматься о том, как поднять, например, иммунитет, да, а нормальный ли у меня иммунитет? То есть очень многие можно люди... проверить, так, конечно, свою иммунную систему? Конечно, каким лаборатории чином? Все работают, пожалуйста, идите, сдавайте кровь, смотрите, что, как вы живете, какие у вас в норме витамины, микроэлементы и так далее. То есть состав крови никто не отменял. Почему, грубо говоря, мы это делаем как-то в тот момент, когда уже заболеваем, например, да, которому, в принципе, нет смысла. То есть сейчас у нас есть все для того, чтобы обезопасить себя от заражение, да? Соответственно, в первую очередь, что хочется тоже сказать, вот вирус, опять же, возьмем эту РНК-систему, ей нужно проникнуть в клетку. Из чего состоит наша клетка? Первое, из чего она состоит, из оболочки. Из чего состоит оболочка? Из двух слоев жиров. Люди, которые не доедают,
или переходят к легкой углеводистой пище, не доедают нормального белка и жиров, соответственно, в первую очередь подвержены этой опасности. Почему? Потому что не вырабатывают, нет той защитной, нету того защитного барьера. Мало того, коронавирус – это особенный вирус, у которого есть еще коронки, которые там определенно подстраиваются, проникают. То есть это еще не просто вирус, да, а вирус этой вот короны. То есть в первую очередь, что нужно делать? Нужно сбалансированное питание. Так, ось ми вже прийшли до того висновку, знаємо ми, що може бути, так? І наша задача зараз збалансувати своє харчування так, аби уся наша родина хоча б на деякий час нормально харчувалася, так? Тому що коли почнеться робота, я так думаю, що люди зайняті переважно усі, і харчуються не так добре, як хотілося. Хоча б зараз можна забезпечити себе тим правильним харчуванням. Ось якраз добре, що ви сказали про недолік тих речовин, тих елементів, які повинні бути в нашому організмі. От ми звернемо увагу на жири. Що це за жири повинні бути? Чи це можуть бути вони рослинного походження, чи вони повинні бути тваринного? Що треба нам їсти? Жири бувають всього лише двох происхождень. Це рослинний і животний жир. І ті, і другі повинні присутствувати у нас в організмі. Тому що, взагалі, в першу чергу, жири виконують дихальну функцію. Это известный такой фактор по физиологии, да, потому что вот как раз-таки барьер, где бронхи и альвеолы, где передается кислород, и мы дышим за счет чего, вот как раз-таки вот там вот они очень нужны, потому что сульфактант, есть такое вещество, оно вырабатывается из лецитина, а лецитин – это желток. Это желток. Это самый природный лецитин, который может быть. И чем желтее желток, тем больше в нем лецитина. Лецитин также можно покупать там в биодобавках, еще как-то. Но это то, что необходимо в первую очередь для того, чтобы нормально производить дыхание, для того, чтобы нормальный был мембран, этот вот процесс передачи кислорода. Тобто мы повинні звернути увагу саме на ці продукти, так? В чому вони можуть бути? Що нам треба їсти і що обов'язково повинно бути на столі? Хорошие, правильные жиры – это жирное мясо, это яйца, это масла, не меньше 80% жирности, это топленое масло, это жирный кефир, жирное молоко, жирный творог, да, то есть кисломолочные все продукты, которые жирные сыры, то есть чем желтее сыр твердый, тем в нем больше жира, чем он белее, тем больше белка. Растительные масла, все возможные, но только не рафинированные. То есть рафинированное масло, для его переработки организму ничего не нужно. Для переработки рафинированного масла, да, как бы ему нужны калории, ему нужна как бы целая система для того, чтобы это все переварить и правильно распределить по организму. Зараз люди деякі і пішли вже в той час, ввійшли, так, коли з весни, з зими, так, до весни, можливо, не дуже добре харчувалися, а літо ще немає стільки такої кількості ягід, фруктів, там, овочів і всього того, що виросло на землі. Тобто, насправді, організму і так не вистачає, можливо. Можливо, нам треба звернути увагу на те, що ми їмо і що ми можемо купити зараз. Можливо, є зараз вже ті трави, так, ростуть зелень, там, капуста, я не знаю, все молоде, що зараз виросло, редиска. Можливо, на це треба звернути увагу? Ну, во-первых, давайте начнем з того, що люди, які розсуждають в тому, що в яблуках нет нічого полезного і так далі, зачастую їдять печеньки. Поэтому хочется тут сразу сказать, природой все предусмотрено. То есть природой все настолько предусмотрено, что не надо там говорить о том, что яблоки уже не те, там фрукты не те. Яблоко, поверьте, гораздо полезнее, чем печенюшка, это 100%, это никто, кому не надо в энциклопедию, да, смотреть. Это первое. А второе, то, что на самом деле есть замороженные продукты, и у многих в морозилке как бы есть замороженные ягоды, да, в ягодах меньше калорий, как бы, чем во фруктах, но тем не менее это все полезное, кладезь витамин. Во-вторых, первый витамин, который идет на вот пути иммунитета, да, это витамин С. Витамин С – это прекрасный витамин, он не жирорастворимый, для него не нужно кушать много жиров, но первый продукт, который, во-первых, это природный витамин, то есть его мы получаем с пищей, его мы не получаем синтетическим путем, не получаем из БАДов и так далее. Это тот витамин, который нам сейчас нужен, причем идеально будет им запасаться каждый буквально 2 часа,
там 2-3 часа, то есть что-то съедать такое с витамином С. Это может быть киви, это может быть яблоки, это может быть вода с лимоном. Капуста квашеная. Вот только хотела сказать, и самое главное, то, что вот зимой, что все говорят, что фруктов нет, что делать и так далее. Квашеные овощи, любые квашеные овощи, это сейчас просто идеально, потому что, во-первых, кишечник для того, чтобы справлялся со всеми этими инфекциями и так далее, он должен правильно работать. Для того, чтобы правильно работал кишечник, его нужно заселять правильными бактериями, да, лакто- и бифидобактериями. Это первое, что нам нужно, это квашеная капуста. Хотя бы, ну, через день ешьте, я не знаю, заправляйте ее нерафинированным подсолнечным маслом, добавляйте пребиотики, это там лучок красный или еще что-то такое. То есть, ну, ідеально, просто ідеально. Якщо людина дотримується посту, то вона тоді не зможе їсти жирні і жирне м'ясо, і там жирний сир, ну, ті продукти, от, про які тільки що ви сказали, тваринного походження, так? То чи може вона замінити все це продуктами рослинного походження? Горіхи може їсти, я не знаю. Ну, да, да. Во-первых, есть орехи, есть разные виды семян, есть разные виды растительных масел, да, как бы все, если это не во вред, пожалуйста. Как бы есть вегетарианцы, которые не едят, да, там мясо, или есть вегетарианцы, которые даже молочку не едят, но тем не менее, если это человеку с пользой, если он знает, что он вот как бы делает для себя пользу, потому что все у нас все равно идет немножечко от головы, да, от психосоматики, то есть на самом деле, как бы, если человек знает, что он это делает правильно, и благодаря этому он будет здоровым, то я здесь только за, пожалуйста. Так, ну то ми вже знаємо, на що треба звернути увагу в цей період. Для того, щоб людина була здоровою і покращився її імунітет. Вітамін С, ми вже сказали про це, так? Ми сказали про те, що це треба жир рослинного або тваринного походження, а ще краще, якщо і рослинного, і тваринного. Да, так, тому що остальні вітаміни, навіть якщо к вам приходять з пищей или з другими якими-то компонентами, вони жиророзтворимі. І для того, щоб вони нормально розтворялись і усвоювались в вашому організмі, вам все одно нужен жир. Вот. То есть жир, мы поговорили о том, что жир – это барьер, это наша барьерная функция каждой абсолютно клетки. Затем нам на втором месте у нас есть белки, это как бы структурные единицы нашей клетки, да, в плане того, что в первую очередь мы едим жиры, потом белки, а потом уже углеводы. И вот здесь возникает вопрос, у многих девочек, и не только девочек, сейчас волнует, как же выйти из карантина, да, и не поправиться. Как же через выйти... двери. Да, хоть бы влезть, да, в эти двери. Все такие будем, да, смиритесь. Вот, на самом деле, вот что говорит нам правильное питание? Ну, это как бы здоровое питание для поддержания здоровья своего организма. Оно говорит нам о том, что углеводы у нас делятся на два типа, простые и сложные. И если вы всего лишь один компонент из любого рациона уберете, это быстрые углеводы, да, то, в принципе, вы просто не наберете вес. Находясь дома, без физических нагрузок, то вы просто не успеете набрать вес, даже если полгода будет карантин. Так, тобто треба відмовитись від печива, ну це вже я зрозуміла з самого початку, що печиво ні, ні в якому разі. Але хочеться ж солоденького, хочеться шоколаду, хочеться ще чогось такого. І людям, які зараз в паніці, таким ще більше треба солоденьке. Ну, хочу сказати, що, во-первых, є природні сочки сахара, да, там, то есть, якщо у человека все в порядку з вкусовими рецепторами, он не хоче как раз таки искусственного сахара, который как бы изобрели, сделали, да, как бы и подложили тебе на блюдечко, только вот мало очком запей, да, оно все само там уже. Для того, чтобы просто объясню, жир не уходит в жир, да, то есть в жир уходит как раз-таки легкая группа углеводов. Поэтому, если вы действительно боитесь именно поправиться и лишней жировой вот этой вот прослойки, то правильно будет отказаться от быстрой группы углеводов. При этом, при всем, не стоит отказываться от быстрой группы углеводов, если вы живете в селе, работаете на свежем воздухе, например, да, и уже там сеете там, что-то сеете себе на лето. То есть, если вы работаете на свежем воздухе, например, да, если вы очень активный там спортсмен и так далее, возможно, ну, как бы, и опять же, свежий воздух, кислород. Так как сейчас все находятся в гипоксии, в лучшем случае в проветривании, кварцевании, да, там и влажной уборке, если еще там наблюдает за тем, какая температура воздуха, а она должна быть 18-22 градуса, температура влажности там 60, это будет идеально, то как бы зачем? Вопрос, зачем? Опять же, это непросто. Сахарная зависимость, это как бы она приравнивается к никотиновой или алкогольной. Так, как бы, складно, да, відмовитись, да, від цукру? Да, очень-очень сложно на самом деле. Правильно выбирать продукты, как бы мы с этим работаем. То есть, как бы есть, да, есть шоколадки там 80% какао и выше.
Они есть. Они не везде продаются. А особенно це, очень... це те, що можна. Да, то это то, как бы уже прям вот очень, когда хочется. Якщо на самом деле дуже. в здоровом теле здоровый дух, и никак иначе, да? Соответственно, если тело здоровое, оно не просит на самом деле вот это вот всего такого, то, что уже наполовину переваренное, переделанное, сделанное, там триглицериды, там еще что-то. То есть нам здоровому телу не хочется этого. Вот. Ну, добре, тоді що нашому здоровому тілу треба? Так можна трошки розписати раціон, який би хотілося мати ідеально, у період да. карантину. Ідеально, зараз ще скажу таку фразу, зараз взагалі как бы, всі удивляться, на самом деле, многие защиты, кто вот сахаролюбы такие, да, они сразу говорят о том, что мозгу нужен сахар. Вот. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что мозгу нужен там какой-то там процент глюкозы, конечно, для того, чтобы запускать какие-то нервные импульсы. Но в первую очередь хочется сказать, что тарелка гречневой каши, это та каша, которую сейчас вот, да, все запаслись наверняка. Ну, добро, Евана, тарелка гречка. в день там тарелочка гречневой каши, поверьте мне, для мозга этих микроэлементов, достаточно. Да, этих углеводов будет вполне достаточно. Это такой вот как бы смех, но на самом деле это так и есть. Ну, если есть вы сейчас гречку, то что будет с организмом? Нет, мы не переходим на гречку, у нас сбалансированное питание. Я так, вообще считаю, что на данный момент в период карантина, в период гипоксии, вообще желательно, чтобы 50% были жиры, 25 белки, 25 только углеводы, но медленная группа углеводов. К быстрой группе углеводов мы сейчас скажем, один продукт исключить, сахар. Но сахар это то, что поднимает гликемический индекс. Это то, что, на что наша иммунная система сейчас затрачивает большинство своего процента. Понимаете? То есть человек переедает сахар, вместо того, чтобы справляться с вирусами, он справляется с той средой, которая у него там бродит в этом организме. Угу. Ну, то есть, как бы, ну, немножко... Можно есть сухие фрукты, так, они тоже солоденькие, можно мед, в кого нет аллергии, так. Да, да. Ну, если же так дуже хочется трошечки шоколаду черного, так. Да, конечно, можно. Это просто, я хочу сказать, что это не самое основное, что есть в жизни. Задумайтесь, а этого ли хочу я? Или это кто вообще хочет, если я открываю холодильник и ем пироженки только, например, да? Ну, я думаю, что девчаткам все ж деколи і хочеться. Ну, є такі чоловіки, які дуже полюбляють солоденьке, їм теж трошечки хочеться. Ну, якщо ми вже будемо так суворо ставитись до себе, ну, і тримати себе в рамках, то, мабуть, і до харчування треба поставитись так само. Почему? Вот если сейчас есть такое прекрасное время, когда, во-первых, можно сходить в магазин. В магазине абсолютно все есть. Вы же сами выбираете еду и то, что вы едите, да? Если есть, тем более сейчас время, сейчас миллион всяких разных тренингов, занятий и так далее, почему не научиться полезное что-то готовить? Почему нужно учиться, не учиться, точнее, а делать только то, что мы умеем? Научитесь что-то другое, попробуйте. Расширяйте свои вкусовые рецепторы. На самом деле, импринтинг, да, это то, что... Может, вам сподобается. И будете потом вот, если ваш мозг поймет, что для того, чтобы ему было хорошо, нужно скушать орех, может быть, вы просто еще не пробовали тот самый орех, который хочет ваш мозг, понимаете? Так, Наталочка, ну все, тоді наостанок хочеться почути від вас той раціон, ну ми вже сказали, як це повинно бути, можливо, в стравах. Сніданок, обід і вечеря, якщо можна, коротко. І... Да, люди будут знать, что им идеально, будут. Когда вы находитесь дома и знаете, что вам не светят никакие физические нагрузки, никакие свежие воздухи и так далее, максимум, что вы делаете, это проверьте. В первую очередь хочется пожелать всем отсрочить завтрак. То есть вот эта вот система питания, да, 50 на 25 на 25, она подразумевает то, что она была вообще создана тогда, когда был палеолит. Тогда, когда охотники-собиратели, да, для того, чтобы что-то поесть, ну, то есть 10 тысяч лет назад она уже закончилась, как бы, а в генах она встроила. То есть для того, чтобы поесть, да, надо как-то еще что-то сделать или заслужить. Если вы со спальни идете на кухню, то давайте задумаемся, ну, как бы, вот во время сна там работают все гормоны роста и так далее, и переваривается, работает очень хорошо кишечник, потому что вся кровь туда направлена. Вот вы как бы запаслись, у вас есть какое-то вещество. Вы думаете действительно, что вам нужно вставать с постели, идти на кухню, проходить 3 метра и завтракать? Ну, на мой взгляд, ну вот я сегодня, сейчас вот сколько, 10 минут, да, 15 минут третьего, я еще не завтракала. Я себя прекрасно бодро чувствую. Я выпила чашечку кофе без там молока и так далее, я выпила те жизненно необходимые там свои БАДы, которые я пью, да, допустим, которых я не доедаю или допиваю с пищей. Я себя прекрасно чувствую, мне не нужен завтрак. Я вот после эфира уже пойду, наверное, позавтракаю. И завтрак, что касается завтрака. Ну, опять же, это не быстрые углеводы, это идеальный завтрак – это омлет. Омлет, яичница, яйца
в любом виде, в каком хотите. Ну, в каком хотите. Добавьте туда бекон, добавьте туда хамон, добавьте туда что-то жирненькое, добавьте туда жирный сыр. Ну, почему нет? Пересмотрите свой рацион. Есть сейчас время для этого. Так, салат. Тут дело не в том, что он может быть или нет. То есть примерно полкилограмма овощей с зеленью нужно в день съедать здоровому человеку. Вы хотите в обед, хотите немножко добавьте в завтрак, хотите там сейчас немножко помидоров, потом там еще чего-то. Поверьте, если вы будете есть рукколу, ну, например, или там откроете для себя какую-то новую какую-то зелень, а сейчас и шпинат, прекрасная кладезь витаминов. То есть сейчас есть все на самом деле, и зимой, и летом. Почему нет? Расширьте свои вкусовые возможности, попробуйте. И, возможно, если какое-то время пройдет, 2-3 недели без сахара, обычно это тяжело, но потом наступает такой период, когда вы открываете холодильник, и вы понимаете, а этого больше не хотите. Наталочка, ну, насправді, я думаю, що можна вам довіряти, бо ви виглядаєте чудово, і з кожним роком все краще і краще, тому є на кого рівнятися і є до кого прислухатися. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Насправді, хочеться, щоб усі ми були здоровими і переглянули все ж своє харчування, позбулися тих шкідливих звичок, які були, і вже довгий час тримаються. Хочеться, щоб ми переглянули, подивились і зробили для себе правильні висновки. Так. Ну і, звісно ж, тоді переживемо з радістю той період і будемо здоровими, вийдемо ще кращими, ніж були до того. Тому дякую вам, ну а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.